По учении в неделю в ней уже чтется притча евангельская о блудном сыне. Святый Иоанн Златоустый. Все приспевают возлюбленные дни честного святаго и великого поста, и только ради о покаянии евангельское слово беседует. Слышите притчу сию? Рече Господь, человек некто имеет два сына. Кто есть человек? Человеколюбец Бог. Кто ли два сына? Два сына суть праведницы и грешницы. И рече юный сын ко отцу, «Отче, дашь мне достойную часть имения. Юный сын есть грешник, яко же последи грех внеде в мир. Имение же се есть небо и землю, море и реки, и всю тварь поручи нам Бог. Законы пророки нас ради посла. Изволишь обо грешнице самовластием погибнуть, неправды и безумия ради, самовласть не боясь мы добро и зло, аще восхощем творите благое и злое. А еже раздели има отец имение, рекши заповеди има преда. И взем меньший сын от иди на страну далече. Иностранье, сказует, отелеси попечение и похоти греховные. Старейший сын за отповеди приим оправдася, а мне сын грехи творя удалися от Бога. И изгуби добродетели живы блудно. И бысть глад крепок на стране той, не глад хлеба, но еже не слышите словесе Божие, и нача лишатися, еже не прияти части святых честных тайн, иже не боящися Бога, а боящимся Бога никогда же не есть лишение. И шед прилепися ко единому гражданину страны тоя, се же суть беси, и той посла его на село свое пасти свиньи, рекше иных поучати на зло, разбою, блуду, клевете, резоиманию, пьянство, братоненавидению, злосердию и прочим злым. Не имать же сытости грехолюбец, в мале насладився, а вовеки мучен будет. Так обеся чтут чтущие их, и в себе быв рече. Колико наемником у отца моего избывают хлеба, аз же глагола гладом гибну. Но восстав иду к отцу моему и реку ему, «Отче, согреших на небо и пред тобою, и несть уже достоин нарешися сын твой, но створи мя, яко единого от наемник твоих, и не токмо рече, но и делом сотвори. Словом исповедание невозможно спастися, дело него следующее. Поистине рече евангелист, яко в себе пришед, якда убо согрешаши вне себе бяше, аще бо кто ожестеет греховными злобами, не боится Божия суда, ни учения внимает. Наемни, це же суть оглашение, якда бо в чин сыновень кто постигнет, потом же согрешит, и, видя худшее себе святых тайн наслаждающийся, о себе вне церкви стояще, тогда умилився на покаяние мыслит, и еще ему далече сущу срете его отец и облобыза его и повели рабом облещи его в первую одежду и дать перстень на руку его и сапози на ногу и повели заклати телец упитанный. Таково есть милосердие Божие. Не судом бо ждет грешники, но приемлет кающиеся. А раби и иерей суть. Первая одежда – очищение грехов. Перстень – благодать Святого Духа. А сапози – заповеди евангельские. И учение – телец упитанный, причащение. Его же верние приемши с ангела ликуют. Беже тогда старей сын на селе. Толкование. Село – закон именуется. Его же не отступают праведные терпящие. Обаче же все дивно, аще и праведен бе сын. Но ропташи на отца, толика есть Божия благодать, як уже и праведницы соблажняются о долготерпении Божией. Не завидят бо грешных спасению, но дивятся человеколюбию Божию. Давид бо глаголит, доколе грешницы Господи, доколе грешницы восхвалятся. И Иеремия рече, почто путь грешных спасется. Насадил я еси и укоренишися. Что же рече? Мне же, если не козляти дал, да содруги бы своими возвеселился. Толкование. То глаголя
праведный сын, яко озлобляем, есть рече, и не оставил еси погибнути, дабых приял ослабо, но весь живот озлобляем, есть от грешник. Се святи от туги сердца глаголохо. И рече Отец, чадо, вся моя твоя суть, а твоя моя, сей же брат твой мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретяся. Мертва же, рече, работающая дьяволу, языки поганые, не ведущие Бога, а погибшим верные мнит, ниже по крещении грехи многие и неправды творят, а иже обретяся, рекши покаяся. И мы, убо, покаемся, да спасемся о Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь.